Разберет любые темы. Кто знает, как решать проблемы? Раздумья будет срок недолог. Конечно, это же психолог. Второго ноября ежегодно отмечают День психолога. Психолог. Человек, который помогает людям поверить в себя и разобраться в своих душевных переживаниях. В очередной раз студенты факультета психологии решили провести в стенах Югостинского государственного университета мероприятие, посвященное этой нелегкой, но очень важной профессии психолога. На мероприятие были приглашены ректор ЮГУ Вадим Тедеев, декан факультета психологии Циала Джоева, а также преподаватели кафедры и студенты. Не буду вас утомлять уже своим выступлением. Еще раз вас всех с праздником. И я бы хотел, чтобы ваш прекрасный факультет и дальше радовал нас своими показателями, как в учебе, так и в научной деятельности. Спасибо. Профессия психолога – это умение выстраивать отношения между разными людьми. Умение слушать и слышать, понимать и помогать в любой сложной ситуации. У нас на кафедре такие прекрасные специалисты, мои дорогие студенты, и у вас есть такая возможность получить широкое фундаментальное образование в области психологии. И я уверена, что вы будете прекрасными специалистами и желаю вам неиссякаемого энергии оптимизма, больших успехов в учебе, в дальнейшем работе, во благо своего народа и Родины, конечно. Спасибо вам всем большое. С красочными песнями и юмористическими миниатюрами студенты показали будни и профессиональную жизнь психолога. Итак, продолжим. Как мы с вами уже поняли, психологов часто путают с психиатрами. И как бы это ни было, психологи тоже наши друзья. Ваше внимание, миниатюра психбольница. Что это вы за собой тащите? Не видите, Алиса, бляшок. Ну хорошо, вы здоровье. Что? Народ с нами обманул. Здравствуйте, ваш психолог. Здравствуйте. Вы готовы к релаксации? Да. Итак, закройте глаза, расслабьтесь. Представьте, что вы в деревне, поют птички. Красносёлки и сельчанки мнут жито. Что? Жито. А вы на яхте в Монако. А почему это гендиректор в Монако, а я в деревне? Ну вот вы сами ответили на этот вопрос, дворник Игорь. Представьте, что вы на Алтае. Роскошно слышно. Роскошная мулатка приносит вам виски с альбом. Вы нежитесь в ласковых лучах солнца. А я? А вы чешете кобылу. Вам обоим хорошо. Чё-то мне не очень хорошо. А я не вас имею в виду, а гендиректора и кобылу. По-моему, вы не очень хороший психолог. Птички потихли на ветвях, они почувствовали зверя. Какого зверя? Яхта медленно приближается к горизонту. А зверь? А зверь уже почувствовал запах дворника Игоря. А, не нюхай меня! Сейчас, счёт 3, вы вернётесь. Быстрее! А, моя нога! 2, 3. Отстоять, зверюга! Студенты подготовили преподавателям кафедры психологии своеобразные сюрпризы. На этом наши сюрпризы не заканчиваются. Мы бы хотели лично поздравить вас с праздником. Для этого мы специально провели свой опрос
котором выяснили, кто из прекрасных представителей нашей кафедры мог бы выиграть в различных номинациях. Итак, в номинации «Волевая женщина на железной должности» факультета психологии награждается Газаева Мадина Залуга. Доброжелательность кафедры факультета психологии награждается Сухаева Алена Урамова. Факультета психологии награждается Икоева Римма Русланова. В номинации «Душевная гармония» факультета психологии награждается Гаулова Индира Великова. Заведующая кафедрой психологии Алена Гурамовна-Сиукаева поблагодарила студентов за такое яркое и запоминающееся мероприятие. Спасибо, конечно же. Я тоже в первую очередь хочу сказать нашим замечательным студентам, девочкам, которые сегодня у нас действительно разбавили наш такой серьезный на дружбу очень-то день и таким хорошим праздником. И первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый курс. Спасибо всем. Спасибо вам, Светлана, за инициативу. Ты всегда рядом, ты всегда стараешься. Я это сильно очень замечаю. И хочется, чтобы не только студенты, но и все молодые наши преподаватели, да и мы с вами, все-таки были активнее в этом отношении. С Днем психолога. Вадим Владимирович, большое вам спасибо, что вы всегда проявляете, мне кажется, нам кажется, особенное к нам внимание. Наверное, всем так кажется. На самом деле, нам кажется, что да. И вы всегда часто отмечаете то, что хотели когда-то стать психологом. Это нас тоже как-то определяет. Я хочу особую благодарность выразить девочкам, которые там к себе подготовились сегодня. Я ими очень довольна. Они активность, чувство юмора и так далее сочетаются в этих девочках. Я им очень благодарна. И, конечно, я хочу выразить благодарность судьбе и самому Господу Богу, что у меня есть возможность работать рядом с такими прекрасными людьми, как вы. Огромное вам спасибо. В больших городах, в которых жизнь – это постоянное движение, люди часто прибегают к помощи психолога. Эта профессия стала очень прибыльной и престижной. Студенты ЮГУ провели социальный опрос на улицах нашего города, чтобы проверить, а как же в Южной Осетии относятся к профессии психолога. Как вы считаете, кто такой психолог? Психолог – как лечащий врач для человека. Кто такой психолог? Человек, который всем помогает. Психолог – это человек, который помогает разобраться другим людям в себе, понять отношения между людьми. А ты бы выбрала себе профессию психолога? Да, я на него и поступаю. Случалось ли вам обращаться к психологу? Да, много раз. У меня мама психолог своя. Поздравляю. И как вам, помогали? Да, учительница моя. В школе есть у нас психолог. А вы бы выбрали профессию психолога? Поступили бы? Если честно, нет. Почему? У меня, знаете, как вам скажу, у меня такое сердце, что я буду переживать за каждого человека, буду волноваться за всех. Да. Хорошо. Одамана хоскану тмава шарам бомбира молодежа и зарда рухскана мава вибаршамун датма ед молфену там заржинот. Психологи лучше всех!
В рамках профориентационной работы в Югостинском государственном университете состоялась презентация специальности «Прикладная математика и информатика» для учащихся старших классов школы города. На презентации приняли участие проректор по учебной части Станислав Гобозов, проректор по науке Анатолий Тедеев, декан инженерно-экономического факультета Мария Кабисова, заведующая кафедрой информатики Лана Гаглоева и преподаватель кафедры информатики Александр Джоев, а также преподаватели школ. Специальность «Прикладная математика и информатика» является одной из самых востребованных в современном обществе. Специалисты, которые связаны с этой профессией, они находят применение в любых областях. И я думаю, что первый вопрос, который у вас возникает, когда речь идет о какой-либо специальности, кем я буду работать, если я закончу институт по этой специальности, и что я буду делать на этой работе, чем я буду заниматься, когда я закончу эту специальность. Так вот, отвечая на первую часть вопроса, я бы хотела сказать, что наши выпускники, они будут работать, ну, во-первых, сотрудниками IT-отделов государственных учреждений, финансовых учреждений, что, наверное, современную молодежь больше всего интересует. Это чаще всего системные администраторы организации, это администраторы баз данных, это люди, которые разрабатывают программные продукты, разрабатывают сайты, что сейчас тоже очень востребовано, правда? Вы же понимаете, что каждая организация современная, она хочет иметь свой сайт, и ей нужен специалист, который разработает для нее этот красивый сайт и будет его затем сопровождать. В нашей республике, в нашем вузе есть еще такая специфика. В наш учебный план включены дисциплины, которые позволят нашим выпускникам, помимо всего того, что я уже перечислила, работать учителями математики и информатики в школах. Что вы будете изучать, если вы выберете нашу специальность? В первую очередь это математические дисциплины. Это матанализ, алгебра, геометрия. Не меньше внимания уделяется языкам и методам программирования, базам данных, вычислительные машины, сети, коммуникации. И каждый из вас, я так обращаюсь к вам все-таки как к потенциальным нашим абитуриентам, он выбирает свою сферу деятельности. Невозможно быть универсальным специалистом во всех этих областях. Кто-то выбирает себе специализацию компьютерные сети и дальше становится, скажем, в Национальном банке или в какой-то другой кредитной организации специалистом, обеспечивающим работу компьютерных сетей. Здесь речь идет не только о традиционных формах работы, к которым мы с вами и ваши родители, наверное, привыкли, да, когда вы приходите утром на работу, отрабатываете рабочий день. Дело в том, что у нашей специальности есть еще одна особенность. Очень популярными становятся дистанционные способы заработка, скажем так. Тот уровень сейчас, который есть в школах, то, что у вас есть по программам, это есть анализ Евклида. На самом деле мы даже не добрались до 18 века, да? А уже в университете здесь на 4-5 курсах вы можете изучать современную математику, да? Это уже математику 20 века. Такая возможность сегодня есть. У вас есть все возможности реализоваться. Я хочу еще сказать динамику развития нашего университета. Значит, в университете вот все больше и больше обогащаются молодыми кадрами. Вот и у нас есть вот и молодые сейчас ученые, у которых есть перспектива защиты диссертации. То есть вот что делать после 5 курса? Можно пойти в аспирантуру. У нас эти возможности есть. Я могу добавить, что вот я сам по своей специальности инженер-механик. То же самое, в принципе, вот база для инженера – это математика. То есть ни один инженер ничего не может добиться, если у него нету вот этих знаний. Что касается информатики, вот простой пример, вот телефон, который вы уже с собой носите, для вас это уже как бы как записная книжка или даже больше, да? Не все носят записную книжку, а телефоны у всех есть. Вот буквально лет 20 назад таких телефонов еще не было. Это я бы сказал, что это благодаря все-таки тем же математикам и информатикам. То, что вот наука пошла вперед. В ближайшем будущем, если вот, допустим, сейчас еще в школах черчение проходят, чертят вручную, сейчас это все уже переходит на компьютерный язык, то есть
все вот эти чертежи, особенно вот сейчас у нас на строительном факультете, большинство всех курсовых уже наши студенты чертят на компьютере. Без информатики и математики просто никуда не денешься. Даже если кто-то думает, что вот в медицинский дом мне это не надо, нет, надо, потому что если раньше врачи диагноз ставили постукиванием и там послушают, как сердце работает и все такое, то на данный момент вот это все эти функции выполняют именно уже компьютерная диагностика и, опять же, те же самые приборы, которые, я думаю, вряд ли кто может усвоить, если этот человек не знает, нет у него базы по математике или информатике. Мой вам совет, независимо от того, выберете вы прикладную математику, информатику или не выберете, пытайтесь стать самыми лучшими в выбранной области, и тогда вы будете всегда востребованы, потому что нет профессии с большим будущим, есть профессионалы с большим будущим. Конечно, хочется верить, что вы выберете именно эту специальность. Сегодня мы попробуем собрать небольшой простенький сайтик. Я вам покажу, как это делается, в принципе, какова его структура, какие алгоритмы надо использовать, по каким шагам надо идти, чтобы достигнуть какого-то результата. Ведь эти страницы не просто так появляются, кто-то их пишет. И это не просто там картинку вставил, еще другую картинку на нее вставил. Все это какой-то код программный. Если открыть уже код готового сайта, то он выглядит примерно вот такая страшная вещь, много-много строк. Что это такое, я испугался, я это закрыл, больше мне ничего не надо. На самом деле нет. Все это достаточно просто, если есть желание, если есть какая-то усидчивость, это разобрать несложно. При проектировании любого сайта используются, наверное, 2-3 основные технологии. Это язык HTML, если кто-то слышал, может быть, это таблицы каскадных стилей CSS, и это язык программирования JavaScript. Когда мы создаем сайт, мы для каждого элемента, для каждого блока должны задать его внешний вид. Мы должны указать, он будет там красным, у него фон будет зеленый, мы наводим мышку, она становится там синей или еще что-нибудь такое. Заведующая кафедрой информатики Илана Гаглоева рассказала о важности и престижности специальности прикладная математика и информатика в современном мире. Кого это заинтересовало? Кому, в принципе, интересна наша специальность? Кто хочет учиться на нашей специальности? Для 11 классов мы планируем начать занятия. Занятия в этом семестре будут только один раз в неделю. Они просто будут такие ознакомительный характер носить по математике и по информатике. Списки будем формировать, поскольку мы можем взять максимум 20 человек. Наверное, каждая школа решит там 2-3 человека от школы, которые хотят нам списки, решают они нам. И потом будут сформированы группы и начнутся занятия. Занятия по математике, занятия по информатике и занятия, которые будут учить вас вот тому, что вы сегодня увидели, скажем, тоже проектирование сайта, посмотреть, насколько хорошо вы знаете офис. Может быть, если там есть слабинка в том, чтобы создать презентацию элементарную в PowerPoint, то, может быть, наши стандартные занятия будут разбавляться и перемежаться вот такими вот занятиями. Еще раз повторяю, кому это интересно, скажите об этом своему учителю математики и информатики, а уже мы с ними свяжемся. Но я еще раз повторяю, мы немножко совсем людей мы можем взять. Это бесплатно, да, ладно? Это бесплатно, да. Для учеников это бесплатно. Пока только 11 класс. Учащиеся с неподдельным интересом впитывали информацию и проявляли интерес к профессии. Привела учащихся 9-11 классов, любителей математики, информатики и физики, между прочим, которые бы хотели в дальнейшем свою жизнь связать именно вот с этими тремя нужными для Южной Осетии специальностями. Лекция мне понравилась. Думаю, что она вызвала интерес у большинства учащихся, особенно у учащихся 11 классов. Несколько моих учеников изъявили желание посещать эти курсы. Думаю, от них будет большой толк, и впоследствии они будут достойно представлять Южную Осетию на мировом даже рубеже. А вон на два пути университет Маманыч, а мы правда все прикладную математику ощущаем.
Обунули лекторташа жертву и на азартных пожарах. Нас привели в йогу, чтобы познакомить нас со специальностью прикладной математики. Нам показали, как создавать сайты. Мне очень понравилось. Нам сегодня посоветовали сюда прийти, потому что я буду выбирать профессию информационной безопасности. И как никогда мне интересна эта профессия, я хочу узнать о ней побольше. И способом, одним из вариантов являются вот, соответственно, вот эти курсы. Международный форум «Кавказ в начале 21 века. Роль публичной дипломатии в противодействии международному терроризму» на базе Института сервиса, туризма и дизайна филиала Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске собрал экспертов, обсуждающих вопросы эффективного использования инструментов публичной дипломатии в регулировании совместной работы государства и общества в борьбе с террористическими угрозами на Кавказе на региональном и глобальном уровнях. В работе форума принял участие декан историко-юридического факультета Югостинского государственного университета Таймураз Таттаев. Такое масштабное событие происходило в городе Пятигорске, где были приглашены огромное количество международных, скажем, институтов гражданского общества, в том числе и иностранные представители из Абхазии, из Азербайджана, из Турции, из Ирана, из Грузии, из многих других государств, которые участвовали в данном мероприятии. И многие из них представляли различного рода доклады по противодействию международному терроризму. В рамках форума проводились панельная дискуссия «Применение инструментария публичной дипломатии в противодействии международному терроризму в странах Кавказского региона и сопредельных государствах». Экспертный круглый стол «Организация профилактики идеологии терроризма в сети интернет силами молодежных организаций». Круглый стол «Международное сотрудничество по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и противодействию финансированию терроризма как средство формирования единого международного антитеррористического пространства. Конкурс практических проектов «Социальный проект по борьбе с терроризмом, экстремизмом и вербовкой». Таймураз Таттаев выступил с докладом «Интеграционные процессы Северной и Южной Осетии в 21 веке как гарант безопасности на Кавказе», вызвавший интерес у участников форума. Мы довольно-таки успешно, скажем, показали Южную Осетию, зачитав свои доклады, участвуя в этом форуме на протяжении этих трех дней, где шли разного рода дискуссии, на площадках которых были представлены абсолютно разные терминологии противодействия терроризму. В частности, мы со своим коллегой также участвовали в пленарных заседаниях, на круглых столах, где задавалось довольно-таки достаточное количество вопросов, в том числе и по нашему независимому государству Республики Южной Осетии, государству Алании, где всячески всем было интересно, каким образом сейчас развивается государство Алании, что здесь происходит, какие есть предпосылки социально-экономическому развитию, какие есть предпосылки интеграционным процессам Северной и Южной Осетии, так как это одна единая общая Осетия. Поэтому довольно-таки плодотворно поработав все эти три дня, мы получили даже сертификат об участии в этой конференции, о повышении квалификации. Наша поездка, в том числе моя, поездка была организована ректором нашего университета, который с напутственными словами отправил нас в этот международный форум для того, чтобы мы действительно показали все, что мы можем не только в научном, но и в публичной дипломатии, так как это был форум именно публичной дипломатии и противодействия международному терроризму в мире. Организаторами форума выступили Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, Межрегиональное управление по финансовому мониторингу по Северокавказскому федеральному округу, Северокавказский федеральный университет, филиал в городе Пятигорске, Ставропольская региональная общественная организация, Институт развития гражданского общества, межнационального и межконфессионального мира единства и Северокавказская общественно-научная организация «Развитие».